Виктор Адамович, доброе утро. Здравствуйте. Житомирский район, ваша малая родина. Если бы вы были художником, основные черты района? Я всегда говорю о том, что у нас и вода мокрее, и закат красивее в районе. Если рассматривать структуры площадей района, то 56% всего района занимает леса, 14% – это водная гладь. Районный центр Житковича буквально недавно прошли дожинки. Конечно, в общем-то, город обрел новое лицо. Внешний облик преобразился в плане благоустройства, озеленения, асфальтирования улиц. Ну и, конечно, второе дыхание получили промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Немножко истории. Почему так называется райцентр? Ну, легенды различные ходят, конечно, но на наших землях бедных лучше всего произрастает культура жита. И вот сегодня одна из легенд гласит о том, что в этом населенном пункте произрастало больше всего жита. Ну, а вторая легенда – река Житница протекала. В общем, вот такие две легенды ходят о нашем городе. Самый проблемный и самый знаменитый, в общем-то, в последнее время мост между Житковичами и Туровом должен быть открыт 7 ноября. Все ли по графику? Ведутся работы, они идут в графике. И практически каждые две недели происходит заседание штаба с участием высшего руководства республики. В принципе, за полгода мы должны возвести новый мост, практически новый мост, потому что когда проводились работы по взрыву, ученые определили, что все-таки опоры нужно их частично заменить. Сколько человек задействовано? Порядка 300 человек работает сегодня на мосту. Как пережили вот эту проблему местные жители, вот отрезанные от большой земли? Были свои трудности, были паромную переправу, на которой мы сегодня находимся, на которой перевозит ежедневно порядка 200 автомобилей. И понтонная переправа в день пропускает порядка 2500 автомобилей и примерно 1000 человек. И, конечно, ваша особая гордость – это один из древнейших городов Беларуси – Туров. 980 год впервые упоминается в повести временных лет. Туров является одним из старейших поселений Беларуси. Период Туровского княжества – это важнейший торговый и культурный центр древнерусского государства. Благодаря стратегическому расположению в Турове процветали всевозможные промыслы. И мы особенно горды тем, что что город является родиной философа Кирилла Туровского. Государственная программа развития Припятского Полесья. 2013 год. Появляется практически в чистом поле абсолютно новый завод. Курс на итальянскую группу сыров. 2013 года начали выпускаться мягкие сыры на Туровском молочном комбинате. На сегодняшний день выпускается порядка 50 тонн сыров в сутки. Перерабатывается 400 тонн молока, которые поставляет не только наш регион, поставляется из всех областей практически нашей республики. Хотя планировалось сделать такое небольшое предприятие? Да, вначале планировалось небольшое предприятие, но аппетиты растут. Помимо, скажем, наших близких соседей, Российскую Федерацию, Казахстан, сегодня продается и в Арабские Эмираты, и в Сингапур. Больной короедом лес занимает в структуре лесхоза примерно 1%. Всего леса. Цифра не совсем значительная. Почему такое внимание уделяется в СМИ? Последних 3-4 года, знаете, изменилось немножко климатические условия в Беларуси. Жара оказалась на грунтовых водах. Лес стал ослаблен, так скажем, иммунитет леса ослаблен, и этим воспользовался жук-короед. Это первая причина. А вторая причина – соседние регионы Украины этой проблемой не занимаются. И по прошествии какого-то времени, даже если мы, так скажем, попытаемся максимально уничтожить короеда на территории Беларуси, то эта проблема, она не уйдет. Она может прийти обратно к нам со стороны Украины. В целях борьбы с короедом ведете санитарные рубки. Что дальше происходит с деревом? Все 100% древесины, которая поражена короедом, она идет в производство. Если бы, конечно, эта сосна, которая сегодня 20 лет, она доросла бы до возраста, скажем, зрелости своей, 70-80 лет, конечно, это понятно, что какая-то упущенная выгода. Озеро Червоное, самое крупное в области, именно здесь находится то самое ценное сырье – сапропель. Порядка на 400 лет сегодня запасы сапропеля. Сегодня самое главное, конечно, это для плодородия почв применяется. Предприятие продает сапропели нефтяникам нашим для буровых растворов, в медицинских целях используется и для кормовых добавок, для комбикорм. Единственное сегодня предприятие тоже в Республике Беларусь, которое добывает сапропели из-под воды. То есть есть земснаряд, который поднимает со дна грязь, сапропель, доставляет его чеки отстоя. Дальше технологично они отстаиваются
И через, буквально через год мы забираем уже готовый продукт. У вас пальма первенства по такому показателю, как угодность в республике? Да, Ольга, мы с гордостью об этом говорим. 14% поверхности района занимает у нас водная гладь. Даже больше, чем в Брославском районе? Ну, чтобы не обидеть наших коллег в Брославле, ну, в всяком случае, да. На 2% у нас больше, 14%. Учитывая сегодняшнюю возможность обратиться к аудитории, я хотел бы сегодня сказать, что Жидковщина занимает одно из лидирующих мест в области по развитию агротуризма. Сегодня хотел бы пригласить людей, фанатов, просто людей, которые любят природу, приехать к нам на Жидковщину, побыть, порыбачить, прочувствовать душой действительно уникальное место, которое вы побудете и не пожалеете.